в этом году мы уделили внимание Соборной площади. Мы выкорчевали все пни в районе Соборной площади, мы высаживали деревья новые, крупномерные. Ну, естественно, было обращение уже шахматистов с помощью оказать им содействие в ремонте того места, где они, будем так сказать, больше времени проводят, играя в шахматы. В рамках помощи мы, значит, установили новые рейки на скамейках, все было покрашено, будем окрашивать саму беседку. Был проведен ремонт столов, ну и в целом будем за этим следить.